Меня очень долго мучает один и тот же вопрос. Сколько времени простоит обычный дом на анархии? Ведь его можно очень легко уничтожить. В этом видео мы вместе это узнаем. Вот оно то самое место для нашего домика. Наш дом будет небольшим, а давайте же начнем его делать. Начинаю делать пол. Так, не хватило, конечно. Блин, давайте поедим, а то у нас что-то голод наступил опять. Очень быстро наступает голод, там уже пауки лезут на нас. Отбиваемся, отбиваемся. Дом нас пока что не защищает ни от кого. Но благо, пока что людей не видно. Давайте также, наверное, напишем. Никого нет, это замечательно, только мобы. Опа-на, посмотрите, кто там появился. Какой же классный дом у нас получился. Если вы считаете так же, напишите об этом в комментариях. Мне интересно послушать ваши комментарии насчет этого дома. Итак, давайте сделаем декорации, наши декорации. Домик у нас получился, конечно, очень классный, очень большой. А больше добавлять я в него ничего не буду, а буду только ожидать наших гостей. С момента последней записи прошло более 5 часов, но так и никого не было в зоне видимости. Никого я здесь так и не видел. Давайте также напишем Нер. Да, никого нет. 2,5 часа спустя. Привет. Кто здесь? Открой дверь. Я Мир. Как ты меня нашел? Продали твои корды. Срочно уезжай отсюда. И строй дом под землей. Да, весело. Я-то добренький. Другие бы зарядили. Если будет нужна помощь, пиши. Спасибо. Я очень долго ждал. Больше 3 часов. И тут появился он. Он. Да нет же, не он. В общем, то, что вы будете видеть дальше, я оставлю без комментариев.
Немного позже этот чувак отдал мне все вещи и даже извинился. Да и я на него не в обиде. Давайте ближе к сути. Наш дом простоял на земле чуть более 8 часов. Это даже больше, чем я предполагал. Вывод тут один. Создавайте базы под землей. Это намного безопаснее. А с вами, как обычно, был Осмий. Обязательно пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока.